Виктор Григорьевич, расскажите, пожалуйста, про разумную цивилизацию. Вообще, что это такое и чем вы занимаетесь? Разумная цивилизация – это группа единомышленников, которые объединились вокруг законов логики, вокруг логичного мышления. Почему такая необходимость вокруг этого объединяться? Мы живем в мире, где достоверность информации нарушена. У нас в системе образования происходит такое глубинное зомбирование людей потоками недостоверной информации. Практически наша цивилизация скатывается по наклонной в сторону одурачивания такого средневекового, такого мракобесия. Когда человек приходит в высшее учебное заведение, его там обманывают. Причем его обманывают везде, не только в учебном заведении, его обманывают через потоки информации. Через тот же YouTube, через наукообразные фильмы. Просто нашу цивилизацию, наших людей зомбируют и обманывают. Вот это вот реальная ситуация. И люди объединились вокруг одного большого интереса, чтобы как-то получить поток информации, не включенный в это зомбирующее тело, чтобы был где-то источник чистой, достоверной информации. Вот этим мы занимаемся. Это самое перспективное, что есть на этой планете в плане информационного воздействия, в плане информационных потоков. Потому что, когда люди понимают, что на самом деле происходит, они без вариантов неизбежно становятся на нашу сторону, и постепенно перспективы такие, что мы станем единственным источником достоверной информации. Вот люди переключатся с грязной воды на чистую, очищенную воду. Так, точно так же с грязной информации на достоверную информацию. Мы этим занимаемся. И собралась очень такая хорошая группа ребят, которые понимают, что происходит, владеют этой информацией и могут помочь остальным не находиться в этом грязном потоке. У нас есть все, от студентов и аспирантов, инженеров, просто ребята без квалификации, есть просто учащиеся школ, институтов и так далее. У нас все категории людей представлены, и в том числе и пенсионеры есть, которые с большим интересом относятся к нашей информации. Но в целом возрастная категория от 25 до 45 лет. Это вот основной поток, самые активные люди занимаются вот этими темами. Образование как бы не препятствие. У нас большая оперативность мышления порой встречается у людей, которые не имели возможности получить там базовое какое-то техническое образование, физическое, математическое, и люди ориентируются в этой теме. Тут главная вещь, насколько человек привержен к логичному мышлению. У нас люди по отношению к логике делятся на две категории. Одна, как говорят, гуманитарии, другая математики, да, или технари, но это на самом деле не совсем корректное деление. У нас люди либо логично мыслящие, либо просто запоминающие. Вот люди, которые логично мыслят, то человек не может просто так запомнить. Ему надо иметь логическую основу, чтобы что-то запоминать. Он уже файл в своем мышлении, в своей памяти, он ориентируют на какие-то логические связки, на систему. А есть люди, которые просто на ассоциациях, они готовы на образных сравнениях запоминать любую нелогичную информацию, и они этим пользуются. Но правда за логичными, и перспективы за логичными, потому что если информация нелогичная, вы не можете строить какие-то дальнейшие построения. Основная у нас деятельность и активность первичная имеет место под нашими видео, которые размещаются сейчас на YouTube, либо в нашем Телеграме, на научном трибунале. Вторая позиция – это разумное сообщество, тоже на YouTube. В обсуждении под любыми роликами можно найтись. Ребята вас заметят и пригласят к взаимодействию. Зачем людей обманывать? Это несколько. Есть биологический аспект, да, вот можно искать специальные мотивы для дезинформации. Они просматриваются в организованных действиях. И нужно отсматривать просто биологические
интересы группы, когда в рамках интересов какой-то группы начинаются движения отрицания очевидного в пользу корпоративных каких-то интересов. Если по порядку, то имело место внедрение, ну, допустим, как в России, как на территории Советского Союза внедрялась лженаука. Были легитимизированы такие несколько граждан, занимающихся лженаукой. Они были осыпаны всевозможными там британскими и прочими там и проевропейскими грантами. Эти люди были объявлены такими интеллектуальными светочами. Им была предоставлена возможность транслировать лженауку на нашу страну. У нас в рамках страны этим занимался такой математик был Колмогоров. Это полностью безграмотный такой интеллектуально несостоятельный мыслитель в кавычках, который транслировал полусумасшедшие идеи, невменяемые, нарушающие логику. Ну, не мог человек сосредоточиться. И вот этого человека начали осыпать грантами из импортных фондов. Британские, голландские, ирландские, все подряд. Собирали французские, его осыпали, сделали его каким-то светочем. Да? Бедняжки математики такие в стране думают, а что так его осыпают этими грантами? Что там его в большие залы собирают с множеством народов, где он какие-то лекции читает? Подумали, может, он правда умный, может, мы какие-то дураки? На самом деле, это была просто обработка оскотинивания нашего населения посредством внедрения вот этих обманных теорий. Дальше. Такие кадры, как Ландау, как Капица, это ну, такие современные распиаренные жулики. Капица пропихнул Ландау. Это вот просто ну, корпоративное продвижение корпоративных интересов, когда бездари и безграмотные люди посредством корпоративных интриг выходят на какие-то передовые позиции. Вот если Капица продвинул Ландау на должность в учебном заведении, да, ну и что? Это связано с интеллектуальной деятельностью? Нет, это просто движение корпоративное в рамках какого-то блата, все. И вот в результате таких инструментов мы имеем оскотинивание широких масс населения посредством недостоверной информации. И, собственно, пытаемся с этим бороться, предоставляем материалы по крупинке, по песчинки мы показываем, где, как раскрываем это все, раскрываем, показываем, где были допущены фальсификации, где недостоверности в научных трудах, где прямые подлоги, просто жульничество, безграмотность. Все испещено этой безграмотностью. Мы когда показываем, что творится в высших учебных заведениях, какой бред преподается, людям плохо становится. Но это действительно жульничество, это чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация. У нас не осталось уже нормальных ученых в рамках целых направлений физики. Вот у нас по фундаментальной физике в Академии наук не осталось нормальных ученых. У нас все сторонники теории относительности. Это жульническая безграмотная теория. Это вот теория 100 лет не дала ни одного устройства, не дала ничего полезного. Есть несколько вымыслов, сказок, фальсификаций, как будто она где-то что-то поправила, где-то что-то оказалось полезно. Это вот просто бред, обман и жульничество, логических связок между теорией относительности с каким-то конкретным результатом вообще в принципе нет. С точки зрения законов логики это просто безграмотнейший продукт. Его распиарили и запихали уже везде, где только можно. Это жульничество, с которым надо бороться. Вот, это по кадровому составу. Ну, управление Академией наук перехвачено. Вот есть отрасли, развивающиеся в рамках научного метода, а есть отдельно взятые сфальсифицированные разделы математики и сфальсифицированные разделы физики. И вот эти вот фальсификаторы почему-то решили, что они имеют какое-то моральное право управлять всей Академией наук, да, захватили там приоритет и власть и транслируют свою точку зрения на всю Академию. Это вот прям вредительство на уровне государства. Дальше они перехватили научную экспертизу. Но они вроде как умными себя легитимизировали, да, и они перехватили научную экспертизу, перекрыли возможность публиковать адекватные научные труды, никакие серьезные статьи не проходят рецензирование, они просто исключены из публикации. Вот такая ситуация. Это уже переросло в полноценное вредительство на государственном уровне. Это люди, совершающие госпреступления. Разворовывают бюджеты, потому что
использования государственных средств на финансирование лженауки у нас никаким государственным законом, никакой статьей не может быть легитимизировано. Это вот прям просто жульничество, воровство, когда лженаука выставлена на эти позиции. Ну, трансляция идет в основном это из британских и американских источников, которые в кавычках можно назвать научными. Идет подмена научных смыслов, идет недостоверная информация, просто фальсификация. Навязываются теории, не имеющие никакого отношения к реальности. И практически все современные разделы, так сказать, точных наук превращены просто в средневековую бредятину. Вот создано много фейков. Если эти фейки перечислять, то возникнет такое впечатление, что вы попали в какой-то темный средневековый мир, где какие-то там жулики, мракобесы, балбесы занимаются промывкой вашего мозгов. Вот представьте, легитимизированное вранье средневековое, которое сейчас в ротации находится вот повсеместно во всех мировых, в том числе средствах массовой информации. Вот давайте. Темная энергия – это вранье, ее не существует и никогда не существовало. Темная материя – это вранье. Кротовые норы – вранье. Червоточины – вранье. Черные дыры – вранье. Это вот все вот эти вот средневековые такие сказки. Искривление пространства – вранье. Объединение континуума пространства и времени. Континуум пространства и времени – это совершенно безграмотное средневековое вранье. Вот эти вот и множество вот этих вот смежных понятий, уже договорились до белых дыр и так далее. Это просто комплексное вранье, которое подменяет научные знания. Вот люди даже просто удивляются, что как черные дыры, вранье, да ну как же, про них столько говорят. Говорят, врут. Черные дыры – это недостоверная информация, это фальсификация. И это множественные фальсификации, навязанные нам в основном из одних источников. Это такая тщательная подготовка, спланированная десятилетиями по одурманиванию, обману населения, широких масс населения. С этим надо как-то бороться. Но вот если никто не будет рассказывать, где, почему это вранье и как это вранье, по каким позициям нарушена логика, где фальсификация предметов счета, где подлог научных данных, то через какое-то время народ просто перестанет этим грязным потоком сопротивляться. А создание именно чистого потока достоверной информации, оно облегчает мышление, облегчает развитие. Вы не тратите время уже на потоке недостоверной информации, вы развиваетесь гораздо продуктивнее, гораздо быстрее, когда пользуетесь достоверной информацией. Вот самое главное сейчас – это создание источников достоверной информации. Мы этим занимаемся. Ребята к этому активно подключились и формируют наше общее ядро. Это будущее ядро цивилизации. Это ядро, которое может трансформироваться в главный интеллектуальный орган на планете, потому что слабомыслящие или обманутые люди не могут являть собой легитимную власть на этой планете. Только разумные люди могут управлять нашей цивилизацией. Вот мы со всей цивилизации выбираем, находим людей, способных логично мыслить, способных усвоить простую логичную информацию. И это будущая опора нашей человеческой цивилизации. Все остальное нелегитимно. Вот представьте, что вас фундаментально обворуют. Это вот как вы носите воду в дырявом ведре. Вот вы, государство уже не может не выделять деньги на науку. Оно же обязано выделять на науку. И вот заносят такие деньги на науку, и тут их начинают потреблять те, кто к науке имеют никакое отношение, которые занимаются лженаукой. Вот чем бы он ни занимался, вот его научная база, она не состоит до такой степени, что это прям вот аморальная какая-то уже уровень происходящего. Просто безграмотное средневековое жульничество потребляет основные средства, выделяемые на науку. Это вот так касается это каждого гражданина. Это тупик развития нашей страны. Если бы последние 100 лет мы не ковырялись в этих лженаучных теориях, а действительно развивались, мы бы уже имели опережение порядка 300-400 лет технологического развития над современным уровнем. Потому что вот вся энергия все равно затрачена, да? Средства затрачены, деньги затрачены, человек ресурс затрачен. И все это ушло в тупики по ряду направлений. Вот у нас
не связано техническое развитие, технологическое развитие и теоретическая база. Вот они несовместимы. Вот мы не можем зайти в теоретическую базу теории относительности и потом построить какое-то устройство в принципе. А мы должны заходить в теоретическую базу по разделу физики и на базе теории строить устройства, проектировать эти устройства, потом их воплощать на практику. И это было бы, и это естественный путь развития, к этому надо прийти. И к этому есть вполне конкретная дорога, мы должны этим заниматься. Это технологический отрыв над отставшей частью человечества, над одичавшей частью человечества. Вот те люди, которые преподают в вузах теорию относительности, это люди одичавшие, вот они дикие, они преподают бред, легализированный бред в своих учебных заведениях. Это дикость. Вот вы преподаете недостоверную информацию на государственном уровне, вы одичали. Ваша цивилизация, ну, рассыпается, она идет под наклон. Это надо останавливать. Жулики не могут преподавать. Вот жульнические разделы надо полностью исключить. Только тогда, вот, чтобы сделать что-то чистое, надо сначала умыться и стряхнуть грязь со своих рук. Если вы будете грязными руками мыть яблоко, вы его только замараете. То же самое надо сделать с наукой. У нас инженерия развивается вопреки теоретической базе. Мы выкидываем достоверные какие-то теории в корзину, берем из этой корзины недостоверную информацию и приносим в систему образования. Вот изначально было известно, что по гравитации верна ломоносовская версия гравитации, а не ньютоновская. Мы же принесли ньютоновскую, она у нас долгое время ротировалась, потом признали, что надо что-то другое, вместо того, чтобы сразу грамотно идти по ломоносовской версии. Вот своих ученых мы обзываем, выкидываем их в забвение, берем каких-то безграмотных британских ученых и строим на этом физику. Восхваляем всяких Мичо Каку, Стивена Хокинга, вот этих вот безграмотных британских, британутых лжеученых мы возвеличиваем с какой-то целью. Это просто элемент пиара. Вот кому принадлежат СМИ, через это получается воздействие на доверчивую часть населения. И общее скатывание в одичалость, в средневековость, в черной энергии, темной материи, кротовые норы. Это же все, ну, мрак, стыдные вещи. Это надо прекращать. Только логичное мышление, только законы логики. Если вы мыслите нелогично, то вообще не мыслите. Это копошение. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к ребятам, которые смогли сосредоточиться. Ознакомьтесь с материалами, ознакомьтесь с достоверной информацией. Вы очень много интересного узнаете. Помимо того, что это важно, это очень интересно. Разумная цивилизация. Ничего круче на этой планете нет. Присоединяйтесь. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».